У микрофона вместе с вами Роман Леонтьев. Ну и посмотрите, как привыкла погода к тому, что Кубок Колывану, финал этого турнира проходит, как правило, выступает нападающий уфимцев. Вот сегодня Азизбаев играет в шапке, утеплились многие ребят, правильно сделали, что, да, все-таки погода пока не радует. Момент у Динамо, удар и гол! Нет положения вне игры, и нападающий с носка проткнул буквально мяч в сетку ворот соперника. 1-0, Динамо выходит вперед. Это третий номер команды Динамо, судя по всему, да. Егор Баронкин сингует все равно. Из обороны пытаются выходить через короткие и средние передачи. Хорошая атака Спартака. Нападающий тащит мяч вперед. Удар! И гол! Вот и все, Волод Лешков. Не помешали ему пробить. Правый в правый от себя угол. 1-1. Здорово выстрелил с подъема Всеволод Лешков. Отыгрались красно-белые. Притом в такой быстрой атаке, который всегда привлекает огромное внимание. Еще одна атака Спартака. Момент для удара. Удар в дальний. Гол! Лешков! Дубль 17-го номера Спартака. 2-1. Впервые в этом матче красно-белые выходят вперед. Чему невероятно рады, конечно же, болельщики команды за воротами Федора Ралдуй. Кирилл Белобородов. Но атака его команды продолжается на правом фланге с мячом. 17-й номер Динамо. Камиль Сибатулин пошел в лицевую. Еще вошел уже на линию штрафной. Сделал передачу. Удар и гол! 2-2. Хорошая комбинация. И динамовцы сравнивают счет в этой игре. Смотрим сейчас за номером парня, которого все поздравляют. Это 24-й номер. И это Шухизода. Мухаммад Юсуф. Этого футболист Динамо. Вообще немножко снизили темп соперники во втором тайме. Колесниченко. Ну, сами себя, я думаю, что будут футболисты разгонять, чтобы не замерзнуть. И как соскучились уже по атакам. И вот одна, и сразу результативная. Гол! Но это волшебная десятка красно-белых. Это Макар Трофимов. Его первый гол в этом матче. Его левая нога. 3-2. Спартак во второй раз в этом матче выходит вперед. С правой подача. Удар! Гол! Вот он, розыгрыш углового динамовцев. И блестящее завершение Кирилла Белобородова. 3-3. Не отпускают друг друга соперники в этом матче. Великолепная подача. Как